Droider, Chart. Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, в эфире хит-парад приложений для Android Droider Chart 85, и это первый выпуск в новом 2012 году. Давайте скорее начинать. На пятом месте сегодня программа, которая называется «Картон». Это приложение поможет нам изучать разные слова в иностранных языках. Причем это может быть не только английский язык, но и много других. Собственно, в самом начале мы можем выбрать тот язык, с которым собираемся работать, а потом добавлять по одному слова. Их можно добавлять на русском. Автоматический перевод будет подгружаться приложением, и также вы можете добавить к словам какие-либо визуальные ассоциации, то есть фотографии при помощи камеры. Это достаточно удобно. Потом мы переходим в режим просмотра и вот так вот по очереди щелкаем карточки. Если забыли перевод, можно нажать на кнопочку снизу, а еще можно послушать произношение на языке оригинале. Вот такое вот простое и забавное приложение. Называется «Картон». На четвертом месте у нас игра, которая называется «Summit X Snowboarding». Как нетрудно догадаться, это симулятор катания на сноуборде. И он сделан достаточно качественно и красиво. Здесь такая крутая трехмерная графика. Наш сноубордист сейчас будет мчаться вниз с большой скоростью. Справа и слева есть такие два рычажка для управления и для совершения всевозможных крутых кульбитов и виражей. На трамплинах, естественно, рекомендуется делать всевозможные трюки. Для этого предусмотрены разнообразные кнопки. Чем более крутые трюки вы сделаете, тем больше очков наберете. Ну и, конечно же, скорость прохождения имеет значение. Падать не надо, иначе переломаете все виртуальные ноги нашему герою. Игрушка называется Summit X Snowboarding и занимает четвертое место в сегодняшнем хит-параде. А на третьем месте социальное и очень дружественное приложение Soundtracking. Оно помогает вам делиться той музыкой, которую вы слушаете, и следить за той музыкой, которую слушают ваши знакомые, друзья или просто люди, которые вам интересны. Возможно, какие-то знаменитости. Можно добавить какой-то трек, который встретился вокруг. Для этого приложение включает микрофон, слушает, что играет рядом, и может определить, что за музыка была. Соответственно, сразу же подключится картинка с альбомом данного трека, его название и исполнитель. Также, если у вас включен какой-либо плеер на телефоне, то автоматически приложение это определяет и тоже предлагает вам поделиться данным треком. Ну и можно сделать поиск вручную, как, например, в данном случае. Также можно посмотреть глобально, какие посты и какие музыкальные произведения лидируют в сервисе, что слушают ваши друзья. Конечно, каждый пост, каждое сообщение можно лайкнуть, откомментировать и также послушать фрагмент той или иной песни, которую кто-то выложил в сеть при помощи этого сервиса. Вот такая программка, называется она Soundtracking и занимает сегодня третье место в Droider чарте. А на втором месте игра, которая называется Grabatron, ну или, если хотите, Хвататель. Игра повествует о летающей тарелке, которая прилетела на планету Земля, и, в общем, она не очень-то дружественно настроена. Она летает и поднимает в воздух всевозможные объекты с Земли, и после этого может их бросать и уничтожать другие объекты. А мы, собственно, этой летающей тарелкой и управляем, и выглядит это весьма забавно и интересно. Нам противостоят, конечно же, самые обыкновенные земляне, которым все это дело не нравится. Они пытаются помешать вот этой летающей тарелке. Как видите, у них такие красные глаза. Ну, первым делом вам попадаются коровы, можно их хватать, при помощи них пополнять свои жизненные припасы, а потом начинают появляться фермеры, которые будут стрелять, затем полицейские, военные и всякие другие вооруженные земляне, которые совершенно не рады тому, что сюда прилетела вот такая вот летающая тарелка. Можно поднимать самые разные объекты, автомобили, людей, животных, большие трейлеры, бочки, камни, в общем, все что угодно. При этом все объекты очень красиво и эффектно разрушаются, взрываются. Все это сделано красиво. И, в общем, играть в игру достаточно весело. Она называется Grabatron и занимает второе место в сегодняшнем Droider
чарте. Мы переходим к рубрике «Старший брат» и сегодня взглянем на программу, которая называется Kingsoft Office. Это офисное приложение. Главный его бонус заключается в том, что это бесплатное офисное приложение, которое позволяет нам пользоваться различными офисными файлами, таблицами, текстовыми документами совершенно бесплатно на планшетах и на смартфонах на базе Android. Соответственно, здесь мы видим версию для планшетов. Что тут есть? Ну, есть, конечно, большие возможности по форматированию текста. Это подчеркивание, жирный курсив. Здесь удобно реализовано выделение текста. Можно делать различные выравнивание в абзацах, можно сохранять документы, осуществлять поиск, есть кнопка отмены и другие популярные и распространенные функции. Конечно же, есть копипаст, можно перемещать текст из одного фрагмента документа в другой, вставлять картинки, изменять их размер, в общем, куча возможностей. С таблицами история точно такая же, помимо форматирования можно добавлять формулы, всевозможные функции. И вот здесь вот главная страничка представляет последние открытые документы. Это тоже реализовано красиво и удобно. Хорошо, можно этим пользоваться. Ну, вот такое вот приложение. Конечно, можно синхронизировать ваши документы и с облачным сервисом, в данном случае с сервисом Bloxnet, что тоже в современных условиях является весьма актуальной функции. Программа эта называется Kingsoft Office и занимает сегодня место в рубрике «Старший брат» в рубрике для планшетов на Android. Мы возвращаемся к хит-параду Droider Chart и переходим к первому месту, которое вы уже видите на своих экранах. Это программа Кинопоиск. Это официальный клиент популярного сервиса изучения информации о кино в Рунете. И тут есть много различных опций, возможностей и разделов. Ну, есть, конечно же, новости кино, есть обширный каталог Кинопоиска, можно найти любую картину, любого актера, режиссера, сценариста, в общем, человек, который принимает участие в создании. Для этого есть раздел «Люди». Есть поиск, собственно, можно кого-нибудь найти, если неохота пользоваться каталогом и лазить по каким-то категориям. В описании фильма можно посмотреть трейлер, можно посмотреть его оценки на различных сервисах, можно посмотреть отзывы пользователей, картинки, то есть кадры и тому подобные вещи. И, конечно же, очень важная опция для мобильных устройств – это функция «Сегодня в кино». А ссылка на нее тоже есть на главной страничке приложения, и вы можете выбрать те фильмы, которые идут сейчас в кинотеатрах страны или вашего города. Можно выбрать по жанрам, можно выбрать ваше местоположение и также по календарю. В соответствии с этим можно запланировать ваши посещения кинотеатров и посмотреть информацию о кинотеатрах, позвонить в них или изучить план карты, как до того или иного кинотеатра добраться. В общем, полноценное приложение для изучения кинопроката и киноиндустрии действительно очень удобно. Как видите, до ближайшего московского кинотеатра нам ехать очень далеко. Это была программа «Кинопоиск», которая занимала сегодня первое место в хит-параде Droider Chart. Сегодняшний выпуск, как всегда, подготовили для вас Борис Веденский и Валерий Истишев. И все подробности о сегодняшних приложениях вы можете найти на нашем сайте. Droider.ru